Виксу. Это доказательство, я склея поддерживаю то, что вискас это виксур. Вы думаете, да как это может быть виксур? Что ты несешь нам бредятину, как всегда? Но если вы мне не верите, малолетки, можете пока уйти отсюда. А мы идем к переводчику. Что мы скажем на этот случай? Это вот это ник Вискаса. Вот это. А какой перевод-то? Просто круто. Если вы мне не верите, вот. Я помню наизусть его ник. Вот. Вот. Что вы скажете на этот случай? Вот. Не, вот. Ни с чем я не путаю. Даже его клип связан с виксуром. Здесь есть и обычный вискас. Что же это получается? Скоро еще меня три. Что же получается, что вискас это не вискас, это виксур. Да, все, это все виксур.